Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по онлайн-игре Nike Piratas. Значит, я вчера выводила денежку ВКонтакте. Я видео не писала, потому что чего 10 раз писать, когда все платит, все работает. Так, вот мое видео. Вот мое. Значит, сейчас я нажму на нее, чтобы крупнее было видно. Дата операции 12 декабря. Перевод выполнен. Сумма получения 119 рублей 80 копеек. Комментарий. Nike Piratas. Выплата пользователю. Мой логин Елена. Значит, это был первый сезон. Я успела вывести денежку. Значит, и что мне здесь сегодня захожу? Я же захожу каждый день, как бы прибыль собираю. И вот красным мне здесь написано. Продолжительность сезона определяется наличием средств в резерве для выплат. Значит, 12-12-19 года, это вчера, как я еще успела вывести. Резерв первого сезона был исчерпан. В связи с этим игровой баланс и баланс на вывод, персонажи, локаторы, сокровища и тому подобное были обнулены. И правда, я сегодня вот сейчас зашла, еще прибыль как бы не собирала, и у меня все по нулям. Значит, подробности на странице о проекте. Поднимаемся выше, и вот здесь о проекте нажмете и почитайте. Значит, я игрой, друзья, очень довольна. Я зарегистрировалась здесь в 2018 году. И вот это с 2018 года, 2019 уже, да, заканчивается. Это все был первый сезон. И я с этой игры очень много и много вывела. Начинала я здесь работать без вложений. Значит, отработала не знаю сколько, ну месяцев 6, наверное. Потом я закинула уже 50 рублей, купила одного пирата. Вот. И я в большом плюсе здесь. Значит, сегодня я пополнила на 100 рублей. Здесь все, новые пополнения люди пополняют. И вот мой логин. Я вот все в реальном времени на 100 рублей. Здесь новые выплаты. Уже люди выводят. Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь заглушек на вывод нет. Игра абсолютно без вложений. Я отработала очень долго на бонусные 1000 монет. Дают, вы зайдете, когда в кабинет, у вас здесь вот счет, состояние счета, счет для найма. У вас будет здесь 1000 монет. Так, вы с этой 1000 монет идете вот сюда, увеличить команду. Опускаетесь чуть ниже и нанимаете вот этого пирата за 1000 рублей. Я вот только что его уже наняла. И я пополнила на 100 рублей. Почему? Потому что я хочу взять пирата второго уровня. А он стоит уже 5000 пиастров. Это 50 рублей. Я возьму два пирата. Вот. Потому что я в прошлый раз одного взяла. Ну, я не знаю, как второй сезон будет. А, перед тем собрать прибыль. Сейчас я соберу эту прибыль. Наверное, мне что-то там накапало. Так. Ну, зависло. Вот, 5 килограмм сокровищ у меня. Так, вы собрали. Теперь команду увеличить. Так. И я возьму вот этих два пирата. Возьму. Ну, что-то. Принять. Так, новый пират принят. И еще вот у меня 5000. И я второго возьму. Новый пират принят. И вот у меня
два пирата. Далее что? Идет как бы баланс и на вывод, и капает еще денежка как бы вот сюда для найма. Когда у меня набирается 1000 пиастров, я иду покупаю пирата первого уровня. В общем, мне тоже было много этих пиратов за такое время набрано. Вот. И вот таким вот образом. Сейчас у меня на балансе 27-25. Даже могу заказать выплату. Платит инстантом. Вот 27. Надо смотреть, что бывает большая сумма. 27-25. Это 27 рублей 25 копеек. Видите, у меня здесь были мои выводы. И здесь нет записи. Все обнулено. Так. Выплатить. И что, посмотрите, выплачено, видите? Платит инстантом. Значит, сейчас зайду на почту. При вас же оповещение. Так. Вот Payer. И обратите внимание, плюс 26.99, 13.12. Комментарий Nike Piratas выплачено пользователю. Вот как бы моя выплата. Вот Nike Piratas платит инстантом. И, конечно, нужно оставить отзыв. Но это я потом оставлю отзыв. Я вчера оставляла. Вот. Ну, что еще здесь? Далее что? После, как мы купим, будем заходить. Нужно заходить не реже, чем раз в 3 дня. Нужно собирать. И вот будет у меня здесь далее... А, это продать. Собрать прибыль, я вам показывала. Я захожу, собираю эту прибыль. Ну, недельку пособираю, потом нажимаю «Продать сокровище», чтобы кучкой было. «Продать сокровище», мне баланс капает сюда. Далее есть ежедневный бонус. Так, 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 сейчас покажу. Так, ежедневный бонус тоже я еще не собирала получить бонус. Он идет вот на этот счет для найма. Вот, можем как бы... Потом, как мы собираем, покупать. Вот у меня 1000 наберется, я иду пирата куплю. Далее что еще? Серфинг идет на вывод. Весь серфинг можно собирать. Идет на вывод. Его здесь более чем достаточно. Также можно рекламить свои проекты. Так, ну, обменник здесь обмен в одну сторону только. С баланса на вывод на баланс для найма. Так, далее что? Серфинг, бонус, обменник. Вкладочка «Рефералы» находится. Партнерская ссылочка. Ну и баннеры. Здесь вкладочка «Заказать выплату», «Пополнить баланс». Здесь сумма, как бы, вот я пополняла первый раз на 50 рублей здесь. Ну, любую на 50 рублей здесь показывает, сколько вам. Вот, минимальный, как я понимаю, вот, 10 000 пиастров, 10 рублей. Вот, это пират первого уровня, можно пополнить. Так, что еще здесь вам показать? Вроде все показала, заказать выплату, показала настройки. А ну, здесь настройки, как бы, пароль. Ничего такого нет. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяйтесь. Но неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.